Подрядчика, который ремонтировал проспект Мира, собираются оштрафовать на 44 миллиона рублей. Об этом сегодня рассказал руководитель департамента городского хозяйства Игорь Тетенков. Юристы УДИБа и горхозяйства уже направили иски в суд. Кроме штрафа, дорожникам не заплатят за некачественно отремонтированные участки. Не примут работу у подрядчика на улице Свердловской. А на коммунальном мосту городская администрация недовольна качеством асфальта. У нас порядка 5, значит, было взято проб асфальтобетонному покрытию. Значит, есть замечания, те, которые касаются по уплотнению. Но сразу скажу, что по асфальтобетонному покрытию работы оплачиваться не будут.